Доброе утро. Приятного времени суток. Щи. Щи будем кушать. Ну, я буду кушать. Вам приятного аппетита. Лучок. Давайте посыпем. Заранее порубленный. Да-да, я знаю, что вы скажете. Жара, как такое можно кушать? Ну, жара не жара, а кушать надо. Кто знает меня? Я очень люблю много зелени. Много. Какая вкусняшка. Приятного аппетита. Здесь находится картошка, свининый бульон, ребрышки. Небольшие ребрышки. Свежие. Солька, укропчик, зелень. Кисленькая капуста, клюква, картошечка. Вкусно. Очень вкусно. Картошечка молодая. Капуста квашеная, свеженькая такая. Очень вкусно. Приятного аппетита еще раз кому-то. Вкусно, зеленый лучок. Без пережарки, мои хорошие. Вкусно. Здорово. На куриных крылышках хотелось готовить, но сделала на ребрышках свининых небольшого такого. Небольшие они такие ребрышки. Ну, вкусно. А бульон-то какой свининый получился. Такой, знаете, прозрачный, чистенький. Класс вообще. Была бы баранина, сделала бы на баранине. Были бы ребрышки говяжьи, сделала бы на говяжьих. У меня были только свининые. Свиные. Или как? Действительно, доброе утро. Как вкусно. Как вкусно. Почта банк. Да. Почта банк.
Очень вкусно. Ну, получше, чем в столовке. По-домашнему. По-домашнему. Класс. Картошки мало было, правда. Ну, смотрите, вот ребрышко. Ну, такие они размера примерно. Вкусно вообще. Я люблю вареное мясо. Мне нравится. Ну, как бы и жареное люблю, и вот иногда и вареного хочется поесть. Вареное мясо тоже вкусно. Тушеное, вареное. Очень вкусно. Хочу еще зелени. Хочу еще зелени. Вы любите зелень? Ну, думаю, да. Зелень все любят. Очень вкусно. Бульон не сильно жирный, такой классный, но и не постный. Капуста, морковочка. Здорово. Да и не сильно горячее. Ну, такой, знаете, тепленький супец. Щи. Ой, бульончик похлебать. Ой, как вкусно. Особенно, знаете, если кто бухал, пил. Особенно. Щи. Кстати, можно со сметаной кушать, можно с майонезом. Все это знают. Но я так. Вкусно. Ну вот ребрышки. Я еще наложу. Бульончика, наверное. Можно. Можно. Можно.
Окрошку сразу залить и кушать. Посмотрите, какое мясо. Ребрышки какие. Одной рукой, тяжко. Пока-пока. А я буду доедать. Еще, наверное, добавочки наложу. Посмотрите, какое мясо. Я даже еще зелени положу на мясо. Вкусно. Вкусно. Приятного аппетита. Хорошего дня. Сегодня пятница, много не пейте. До скорой встречи. Ну, а также еще раз приятного аппетита. Кушайте много. Кушайте вкусно. Кушайте полезно. Смотрите, какое мясо. Видели? Кушайте много, кушайте мало, кушайте полезно, кушайте вкусно. Приятного аппетита. До скорой встречи. Хороших выходных. Кто рыбачит? Словить хорошо рыбки. Вкусных шашлыков. Вкусных сарделек, шпикачек, сарделек, сосисек вкусных, печеной вкусной запеченной картошки, шампионов, хорошего мяса, банька, река, озеро или море, океан. Всего вам наилучшего. Пока-пока. Кто на даче? Хорошего вам отдыха, кто на даче. Пока-пока. Пока-пока. Вы были на канале «Бетонных стенах». Мукбанг был. Ели щи мы. Вот. «Бетонных стенах» ТВ Ольга. Спасибо, что и вы со мною. Олег из Санкт-Петербурга. Привет-привет тебе из города Анапы. Пока-пока, мои хорошие. До скорой встречи. И приятного аппетита. Приятного аппетита. Много не пейте. Плохо будет.